ребята, и сегодня мы с другом решили строить челлендж. Мы говорим друг дружке цвет, и он этим цветом заполняет 4 отсека. Приступим. Сначала я им говорю. Я сказала ему заполнять отсеки синим. Сейчас прошу. А мне какие? Блин, он пошел на хитрость. Ладно, подумаем. Так, что же он хочет от нас? Желтым. Ну, блин. У меня вещей-то таких даже нету. Ну ладно, приступим. Так. Вот, у меня есть бананчик, он желтый. Так, что же еще? Что же еще можно подарить? Так, нет, тут тоже ничего нету. О, сыр. Так, что же еще? Что же еще? Вот такая курица у меня есть. И звезда. Вот. Так, приступим. Ну, у меня больше вещей, ну ладно, ничего. Окей. Все, приступим. Так, дальше. Я предложила ему красный, он мне сказал, чтобы я заполняла белым. Приступим. О, мышка. Хорошее начало. Дальше. Вот такая колясочка. Яйцо. Так, что же еще у нас белое? Я вот прям не знаю. Озадачил у меня. Так, что же еще у нас белое? Белое. Вот, газета у нас белая. И вот такая игрушка тоже белая. Так, посмотрим, что же он еще положит. И давай. Вот. Ну ладно. Я думала, сойдет. Давай. Ну же. Он согласился, нормально. Так, ребят, он загадал мне черный. Вот тут придется заморочиться. Потому что я не знаю, какие вещи в этой игре могут быть черные. О, шарик. Идеально. Вот, собачка. Так, что еще у нас черное? Блин, не могу ничего найти черного. Это прям беда. Так, вот эта штука черная. И что же еще? Что еще можно отдать черным? Посмотрим. Так, тут у нас ничего нету. Тут тоже ничего. Блин! Так. Есть ли у нас что-нибудь еще черное? Черное, ну уже. Ну, это немножко черное. Да. Я думаю, такой трейд сойдет. Так, давай. Еще вещь. О, ну ладно, думаю, так сойдет. Посмотрим. Согласится. Акэпт? Давай же, нажми акэпт. Так, теперь я им должна красным, а не фиолетовым. Я понятия не имею, что можно найти фиолетовым цветом. Но красным, я думаю, найти будет не проблема. Ладно. Посмотрим. Держатель красный, я думаю, сойдет. А, он решил будто немножко розовым. Ну ладно. Посмотрим, что еще ему можно дать. Ой, цветочек, он красный. У нас будут одни игрушки, я боюсь сейчас. Ну ладно, ничего. Вот такая погремушка. И Санту, все. Я выбрала, а он не может. Ой, он пошел на хитрость. Сама коляска, она не такого цвета? А, нет. Он передумал. Так, тортик, ну ладно, он тоже немножко фиолетовый. Добавим, что ему розовый, потому что фиолетовых вещей правда нету. Так, посмотрим, что дальше он еще сделает. А, хвостик? Ну ладно, логично. Зачтем ему эту фишку. И что же еще он предложит? Ну, давай. Ну и с фиолетовым бантиком, в принципе, нормально. Я не против такого трейда. Давай, согласись. Я согласна. И так, ребят, я загадала ему коричневый, а мне зеленый. Ну, естественно, коричневым легко найти. А вот зеленым будет сложно, очень сложно. Так, что тут зеленого вообще? Ой, нет, давай. Крокодил, идеально, он подходит. Ура, первая зеленая штука есть. Пойдем, как он на хитрость. И... положим вот это. Также, что же еще?
Это же еще у нас зеленое. Я прям даже не знаю, ребят. Вот тут есть зеленые шарики. Я думаю, это достаточно. И вот такой зеленый эльф. Да. Такие подарки следуют. О, мне воробушка дадут. Мило. Ладно, давай, соглашайся и... Все. Давай, ну, соглашайся. Что ты медлишь? Давай, давай, давай. Так, ребята, я сгадала ему желтый, а он мне фиолетовый. Он, наверное, специально мне мстит, поскольку я ему такой цвет загадывала. Так, загадаем. Пончик положим. Так, что еще ему можно дать? Ну, блин, ты ничего фиолетового у меня в инвентаре нету. Вот, ну, это тоже немножко фиолетовое. Так, что еще? Что еще? Он такой клал, и я ему положу. И что еще? Что еще у нас фиолетового, ребят? Я не могу. Блин, я, похоже, в этом раунде проиграю, если не найду ничего. Яйцо? Нет, не подходит. Что же еще можно положить? Я прям не знаю, ребят. О, и какая-то зелька. Вот я ему положила. Что же он мне положил? Так, ну нормально. И какой же четвертый элементик? У нас, правда, больше получается розовый, но ничего. Давай, что ты еще положишь? И он положил такую погремушку-морковку. Но я думаю, это подойдет. Все же она больше оранжевая, но ничего. Я согласна. Все, трейд сделан. Так, ребята, сейчас очень тяжело, потому что он загадал мне серый цвет, а я ему черный. Ну, блин, тут вообще нет серого цвета. О, мышка подойдет идеально. Так, что еще у нас серое? Ну же, ну же. Надеюсь, я что-нибудь найду. Потому что я не хочу проигрывать в этом челлендже. Так, давай, находись. Серая штука. Но мяч тоже более-менее серый. Поэтому я думаю, нормально. Так, что еще у нас серое? Серое. Ну же, ну же. Блин, ребят, я, походу, проиграла, потому что тут ничего серого я найти не могу. Серая штука. Так. Может быть, тут я что-нибудь найду? Нет, тут тоже ничего нет. Блин, ребята, я проигрываю. Нет, это не серое. Так что же, что же? Слоненка мне как-то жалко отдавать. Носорожка? Придумала. Отдам волка. И что же еще отдать? Что еще отдать, ребята? Сос. И вот такую газетку, пожалуй. Ну да. Хотя нет, волка я не хочу отдавать. Отдадим вот эту. Вот, все, идеально. Все идеально. А что же он мне еще черный был? Стоп, велик же белый. Сейчас напишем ему это. Велик белый. Велик же белый. Сейчас посмотрим. Так, ребята, вы сами видите, что он написал. Так, ребят, мы пошли так. Он, видимо, думает, что газета черная, поскольку там резиночка черная. А у меня надпись серая, поэтому у нас все сошлось. У меня будет два велосипеда, классно. Ладно, ну и что же еще? Так, ребят, все нормально. Он мне выбрал красный, а я ему оранжевый. Сейчас будем искать красные вещи. Правда, красный у нас уже был, но я думаю, что ничего. Так, так, блин, я не знаю, что ему положить. У меня критическая ситуация. Ну ладно, я думаю, я что-нибудь подберу. Это красное. Блин, пончик оранжевый. Я до этого не додумалась что-то, ребят. Арбуз. Он тоже оранжевый. Ой, нормальный. О, так, что там еще? Блин, какие еще вещи можно взять. Ладно, положим яйцо. Положим сэндвич. Эй, раз он так, то и я так. Ладно, уж мы квиты.
Ничего. Я согласна, он согласен. Все. Всех люблю, ребят. Еще я хочу сказать насчет оценки домов. Я хочу устроить конкурс по оценке домов. Все, кто хочет в нем участвовать, пишите в комментарии. Всем пока.